настоящему времени завершился осенний призыв в спортивные роты Вооруженных сил России. Служба в них позволяет спортсменам, которые защищают честь и достоинство нашей страны на различных соревнованиях, не отрываться от тренировочного процесса. У ребят плотный график, и любые незначительные отклонения от этого графика могут повлиять на их результативность. Год – это очень много для, ну, как бы для нас, спортсменов. Вот. А благодаря спортротам, то есть мы можем выступать за Россию, показывать высокие результаты, то есть это очень большой плюс. Одна из четырех спортрот дислоцируется в Самаре на базе Центрального спортивного клуба военно-воздушных сил. В перерывах между тренировками и соревнованиями спортсмены будут изучать военное дело. Для них создана современная материально-техническая база, все необходимые условия для тренировок. А при военной угрозе спортсмены будут направлены в воинские части с учетом их специализации. В самарской спортроте служат представители многих регионов России. В нашу роту призываются в основном военнослужащие из центрального и восточного военных округов. Это очень большие территории. А по виды спорта тоже большое количество видов спорта. Это вот сейчас на данный момент у нас, по-моему, порядка 24 видов вообще проходят военнослужащие по этим видам. По решению начальника ЦСК ритуал приведения к присяге военнослужащих вот данного призова будет проводиться в городе Сочи, значит, у Олимпийского огня на площади. Вот. Ну, соответственно, с привлечением высших должностных лиц также будут привлекаться там роты почетного караула Преображенского полка. Ну, то есть все это будет красочно и запоминающееся мероприятие. И вот волнующий момент. Самолет с военнослужащими направляется в Сочи, в город, имя которого прочно ассоциируется с триумфом отечественного спорта. Кстати, заметный вклад в общекомандную победу нашей страны тогда внесли рядовые спортивных рот. Пять из них завоевали олимпийские медали различного достоинства.